памятник архитектуры церкви Святой Троицы. Проект этой церкви был подготовлен еще в 1810 году. А строиться она начала с 1814 по 1854 годы. Такое продолжительное строительство было вызвано по большей части проблемами с тем, что церковь строилась изначально как старообрядческая, а старообрядцев местные власти, да и вообще власть Российской империи весьма и весьма недолюбливала. По этой причине строительство церкви приходилось откладывать, затягивать и так далее. Но благодаря тому, что Яким Меркурьевич Рязанов, который спонсировал строительство этой церкви, принял единоверческую религию, это была компромиссная с государственными властями религия, ему все-таки разрешили в 1839 году, то есть почти через 30 лет после того, как был подготовлен проект церкви, осветить ее южный предел во имя святого Иоанна Златоуста. Так улица, которая когда-то называлась Заячьей, получила свое название Златоустовская. И с 1939 года здесь начали официально крестить единоверцев, официально заключать между ними браки. Первым крестившимся здесь был внук Якима Меркурьевича Рязанова Петр, которого крестили 24 июля 1939 года. Казалось бы, старообрядцы и сам Яким Меркурьевич получили все, чего они так долго добивались. У них появилось право официально заключать браки, официально крестить своих детей, официально хоронить своих родственников, ушедших из жизни. Но по каким-то причинам старообрядцы не торопились переходить в единоверческую религию и не торопились приходить в Рязановскую церковь. Такое положение дел продолжалось до 1845 года, когда племянник Якима Меркурьевича, Аникий Терентьевич Рязанов, пришел сюда помолиться в один из церковных праздников, и с тех пор за ним, как за одним из наиболее уважаемых старообрядцев Екатеринбурга, стали приходить все большее и большее количество света екатеринбургского старообрядчества. Таким образом, бывший некоторое время небольшой раскол между верхушкой екатеринбургского общества был преодолен. А интересна эта церковь в том числе и тем, что на момент своего освящения на 1939 год она являлась одной из самых крупных церквей Екатеринбурга. Крупнее было только две церкви – Екатерининская и Богоявленский собор. Екатерининская церковь находилась около плотинки, она сейчас снесена. Богоявленский собор также снесен, он находился на площади 1905 года. Так что эта оставшаяся церковь на данный момент является из самых крупных, построенных до середины 19 века. Она была также самой богатой в Екатеринбурге. Бывшие старообрядцы были людьми обеспеченными и для своей церкви ничего не жалели. Так, церковь имела сразу две знаменитые чудодейственные иконы. Это Казанская икона Божьей Матери и икона святого чудотворца Николая. Казанская икона Божьей Матери находилась до этого в ските в поселке Шарташ, а после того, как в 1946 году правительственным решением этот скит был разрушен, все, что в нем находилось, включая иконы и книги, передали церкви. Когда после 1917 года советской власти были нужны средства для того, чтобы закупать хлеб для голодных людей Екатеринбурга, только из этой церкви было вынесено почти 82 килограмма серебра. И только на одном окладе иконы Казанской Божьей Матери насчитали 132 бриллианта.
Но все это мелочи по сравнению с тем, что были утеряны самые главные достояния церкви. Были утеряны книги и иконы. То ли их уничтожили, то ли иностранные борцы за то, чтобы получить как можно больше реликвий, смогли все-таки их вывести. И теперь неизвестно, где находятся наиболее древнейшие в Екатеринбурге книги и иконы. После 1930 года церковь была передана в клуб «Автодора», потом в ней находился кинотеатр, затем промышленное помещение. Некоторые старожилы Екатеринбурга еще помнят, что когда-то в этой церкви был дворец культуры автомобилистов. И таким образом церковь только после развала Советского Союза снова вернулась к своему основному назначению. Правда, сейчас она не единоверческая, а относится к Русской Православной Церкви. Подробно об этой церкви можно прочитать в книге Микичука «Повседневная жизнь Екатеринбурга», а также в книге Старкова «Мой город Екатеринбург. В памятниках истории и культуры». Я приглашаю вас на следующую прогулку, которая состоится через неделю, в среду, также в 4 часа. Спасибо за внимание!